Это был тихий вечер. Я расположился в своем кресле на 6-м этаже дома номер 4 по улице Герцена в городе Санкт-Петербург. Я писал очередной отзыв и просматривал страницу одной очень интересной личности. Однако в какой-то момент я почувствовал, что кто-то стоит прямо за мной. Все, дело сделано. Я очнулся. Это всего лишь воспоминание. Страшное, жуткое воспоминание последнего дня жизни одного тихого человека. Сегодня утром в собственной квартире был убит известный кинокритик Марк Шагалов. Неизвестный преступник ударил в него молотком по голове. Шагалов погиб на месте. На данный момент полиция разыскивает преступника.